Человек бежит к кассам. «Прошу вас, один билет. Умоляю, скорее, у меня есть на то причины. Мне плацкартны до детства». «Такого билета нет. Приходите вчера», — говорит билетер мужчине. «Вы смеетесь? Вот черт, я не мог его упустить». «Каждый может забыться и что-нибудь проворонить. Это значит, сегодня нам с вами не по пути. Приходите вчера. Поезд ждет на втором перроне». Что за шутки? Я вижу, как значится на табло «Поезд в детство», который проследует без стоянок. Это просто реклама, избитый пустой шаблон. Вам пора бы привыкнуть к коммерции постоянной. Нет, не верю, вы лжете. Пустите меня туда. В требежащий вагон, где по радио лишь помехи? Да, пустите, прошу, я за это вам все отдам. Мне действительно жаль, но ваш поезд давно уехал. Ветром мчится состав, на который он опоздал. Прорезает кинжалом статичность ночной дремоты. Он стоит на перроне и слушает поезда. И не знает, что ждет его где-то за поворотом.